Когда-то в этом здании был детский сад, но вот уже 20 лет здесь располагается Центр социального обслуживания «Вера». Для многих жителей он стал вторым домом, куда приходят за помощью, общением и поддержкой. Сегодня он отпраздновал 20-й день рождения. Лидия Николаевна Дулова помнит, как все начиналось. Именно она в конце 90-х создавала Центр «Вера» с нуля и в течение 15 лет была его бессменным руководителем. Было всего здесь 3 отделения: срочная социальная помощь, социальная помощь на дому, 2 отделения. И потом, когда я уже уходила, у нас было 15 отделений. Сегодня, вот когда я сюда пришла, очень меня порадовало, что здесь осталась та же атмосфера теплоты, доброты, такого искреннего соучастия сотрудников к пожилым людям, к деткам больным. Поздравить Веру с юбилеем пришло множество гостей. Они могли познакомиться и оценить творчество маленьких подопечных центра, а также написать свои пожелания для капсулы времени, которую торжественно откроют через 5 лет. Алла Бояркина более 3 лет пользуется услугами центра. Реабилитацию здесь проходят 3 ее детей. В последнее время мы очень часто посещаем массажиста. Массаж – это прям для нас очень важно, для всех 3. И психолог, логопед хорошие. Все, что предоставляет детская реабилитация, все, везде ходим. Но особое место центр занимает в жизни пожилых людей. Музыка, песни, танцы. Гармонист приходит, вот он играет, мы все поем. Это очень приятно в нашем возрасте. Это интересно, да. Мы и танцы, и стихи, и другие мероприятия. Очень интересно. Я субботу-воскресенье, когда она не работает, дома скучаю, просто не дождусь, когда это самое снова начнется неделя. На 2-м этаже общая комната, там в шахматы играем, развлекаемся, там танцуют, поют. Благодаря Центру «Вера» мы обрели вот с супругой 2-й дом. Гостей ждала небольшая экскурсия по центру, а потом праздничный концерт, подготовленный силами самих социальных работников, их подопечных и партнеров. Езжайте в «Веру», центр нашим видно, заходите к нам на очень теплый огонек. Ежедневно для реабилитации в центр приходит около 50 детей-инвалидов и ребят с ограниченными возможностями. Около 40 человек посещают отделение дневного пребывания. Более 450 пожилых людей получают помощь на дому. Словом, центру есть чем гордиться. Мы достигли больших результатов. Мы 4-ми открыли в Московской области отделение детской реабилитации в Развилке. Это большой прорыв. И 9-ми мы открыли 2-е отделение детской реабилитации уже здесь, на Садовой 22, в нашем родном городе Видное. Но руководство не намерено останавливаться на достигнутом. Будем развивать непосредственно детскую реабилитацию. Мы хотим оснастить ее современным оборудованием, провести ремонт и создать все условия для того, чтобы ребенок мог получить у нас широкий спектр услуг. Для того, чтобы воспользоваться услугами Центра «Вера», необходимо обратиться в Ленинское управление социальной защиты или непосредственно в сам центр. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.